Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и Skyrim номер 57. Не удивляйтесь, почему я сейчас в драконьей броне, где сейчас спросите, куда делась деэдрическая броня, какого хера у меня в руках нож? Объясняю, просто у меня отобрали магическую лицензию и запретили заниматься магией вообще. Поэтому я переделал себе немного персонажа. Если честно, просто уже поднадоело мне играть за мага. Мне кажется слишком скучным. Забегаешь, бьешь молнии и все. И в принципе ничего больше особо не происходит. Плюс ко всему, я давно уже, кто внимательно смотрит Skyrim, давно хочу в него поиграть на джойстике. Но за мага на джойстике не поиграешь, потому что постоянно надо целиться. Я не могу. Я, кстати, сейчас играю на геймпаде. Многие спрашивают, что за геймпад. В очередной раз говорю, это Xbox 360 контроллер for Windows. Так вот. Какие мой персонаж претерпел изменения, хочу вам сказать. Во-первых, у нас с вами немножко переделалась броня. Оружие. Это драконий костяной кинжал легендарный. Сделал я себе, зачаровал его на захват душ и на паралич, естественно. Взял по какой-то хер посох Мирака, потому что подумал, что может будет прикольно, пригодится. Потом, из одежды. Собственно, по шлему ничего не поменялось, разве что другой я шлем сделал. У меня там микстура кузнеца была, у него доспехи побольше стали. Шлем не поменялся. Перчатки. Перчатки вкачаны на одноручное оружие и скрытность. В принципе, было прокачано на что-то похожее. Вернись. Потом, чешуйчатые сапоги. Опять же, одноручный урон и скрытность. По броне нихера тоже не поменялось, разрушение иллюзий как и было. Два кольца, у меня теперь два комплекта колец. Во-первых, это то, которое иллюзия и одноручное оружие. Иллюзия, одноручное оружие. И также разрушение иллюзии и разрушение иллюзии. Это для драконов, для сложных боссов. То есть никуда, в принципе, разрушение у нас не делось. Разве что я его скинул, у меня там остались только молнии. Как было раньше. Потом, это какая-то херня, я не знаю. В принципе, так-то, в общем-то, и все. Не особо ничего в многом не поменялось. Плюс навыки я скинул, воспользуюсь там этой книжкой. Разрушение, собственно, вот осталось у меня, чтобы дезинтегрировал противника. И молнии полностью. Потом, начал качать красноречие. Кстати говоря, я тут заметил пару полезных перков, таких жестких прям. Во-первых, это купец, где я могу продавать любые товары любым торговцам. Это, по-моему, вообще просто замечательно. А то бегать одним, продавать одно, другим другое. Вообще, короче, беспредел. Задолбался я, короче, тут между сериями прокачивать это. Потом, вкладчик. Вот до этого я хочу дойти, чтобы на 500 золотых вложить, и там у торговцев будет больше золота. Кроме того, какой мы будем делать? У нас не стелсовый персонаж, он стелсовый как бы, но он стелсовый говнюк. Запомните это слово, он будет стелсовый говнюк. Во-первых, он будет кидать иллюзию постоянно, потому что иллюзия у нас с вами уже есть элитная. Она действует абсолютно на все. Осталась она. Потом, в принципе, я немного скинул кузнечные дела, скинул зачарование, очки, потому что, в принципе, не нужны, насколько я понимаю. Если будет нужны, опять скинем их и вернем, когда надо будет что-то сделать. Скинул с тяжелой брони одну херню, потому что теперь буду бегать с легкой. Потом, одноручное оружие началось полегоньку качаться, на что хватило, то и прокачал. Ну и легкую броню, естественно, начал, поэтому мне сейчас защита немного побольше. Скрытность как бы качаем так и до конца. Вот, собственно, и все. То есть, от чего наш вообще персонаж поменялся. Теперь вместо того, чтобы бить магией, я буду бить ножом. Причем скрытно из инвиза резать глотки. Кроме того, у нас с вами есть элитная вот эта вот херобора. Она очень хорошо работает, я просто бегал с джойстиком, тренировался, как оно будет. Она очень хорошо и очень далеко работает. Просто буквально заходишь в крепость, бросаешь эту херню, и практически вся крепость начинает друг с другом меситься. На этом этаже, на другом этаже, везде. Плюс ко всему, у меня есть невидимость, кстати говоря. Очень хорошая и очень полезная херня. Просто бафаешь ее, и тебя не видно. Это очень замечательно, когда противник тебя замечает, ты быстро бафаешь иллюзию, отходишь от него буквально на пару метров, и он все, он тебя теряет и спрашивает, где ты? А где ты? А ты где? Показалось, наверное, а где ты? Такие вот дела. Короче говоря, где мой ножик? Вот он. Собственно, мы теперь делаем по-другому. Ну, как уже 5 минут объясняю вам, знаете, как не объясню. Мы теперь говнящие всем и постоянно... Инвизер, разрушающий голов. В битве с драконами и с боссами мы все тот же маг на разрушении, только в легкой броне. Вот такие, собственно, дела. По-моему, все, что хотел, сказал. Кстати говоря, спасибо вам за комментарии, почитал в прошлой серии. Теперь я знаю, что надо делать с этой, с Боэтией. Нам, во-первых, надо взять компаньона. Там пишут, какого не жалко самого ублюдка там, если Литку не жалко, бери. Нет, Литку мне жалко, Литку у меня дома наводит порядок, поэтому Литку я трогать не буду. У меня есть один кандидат на примете, кстати говоря. В коллегии Винтерхолда он находится. Там этот какой-то... Как их правильно называют-то? Ну, эти черти, которые кошки. Вот.
Он меня реально раздражает. Джарго, по-моему, так его зовут. Он меня реально просто подбешивает. Я не хочу им... Я отведу его. Не знаю, правда, случится или не случится то. Я просто продал этот ритуальный нож. Я подумал, ну хер с ним, с этим квестом. По-моему, какое-то говно. Продал нож ритуальный, который мне, судя по всему, дали. А теперь оказывается, что этот квест не так-то уж и трудно сделать. Поэтому пойдемте возьмем себе этого джарга. Невидимость мы будем с вами бафать так же часто, как приглушение шагов. Очень полезная хрень. На джойстике вообще прям удобно играть. Все под рукой. Я поставил себе контроль мод, мне уже говорили про него, советовали. Я его ставил, он что-то не понравился. А сейчас, в принципе, у меня не так много всего. У меня молнии, ножик, бешенство, усмирение, успокоение. Это гармония, как она правильно называется. И, в принципе, все. Так, отлично. Где у нас джаргат это находится? Сколько времени вообще? Он, по-моему, тут. Кстати, есть что продать? Хорошо, что... Не ори. Чары и заклинания. Так, что я могу тебя загнать? Подожди. К ним талант. Уйди. Я тебе могу загнать безупречный гранат. Раз, рубин, сапфир и все. Угу. Да, вот видите, как удобно стало им продавать все подряд. Так, сколько ждать? Время? Час 54 АМ. Это ночь. А где же Джарга? Или он в другое место? Ну-ка, пойдемте посмотрим. Мы сейчас сходим к вами к жрице. А, вот он, стой! Да, ты пес усатый. Ну-ка, вернись. Ты мне нужен, чувак, стой. Джарга думал, что архим... Следуй за мной. Тогда веди, дружище. Дружище, да. Пока пускай думает так. Так, Джарга, нам с тобой надо хернуть в этот, в Баэти. Это вот тут, что ли? Нет, она такая же какая-то, святилище Баэти. Попробуй-ка я тебя найди. А, вот оно, наверное, да? Точно, погнали. Не знаю, получится ли у нас с ритуальным ножом, не получится, точнее, без него. Возможно, стоит подойти к тёлке и сказать: слышь, я просрал твой ритуальный нож. Дай мне его еще разочек. А может быть, появится дракон, быстренько переоденемся. Кстати говоря, я похвалился, не похвалился вам. Разница между моим магом, по-моему, сказал, то есть между моим магом и моим стелсом, это, в принципе, тупо, короче, два кольца. Надеваешь это, ты одноручник. Надеваешь вот эти два, ты уже бесконечный маг разрушения. Такие дела. Очень это прикольно, на самом деле. Мне очень нравится, прям реально, в Skyrim играть на геймпаде, это одно удовольствие. Как говорится, кто-то геймпад под игры подстраивает, а я игру под геймпад подстроил. А у тебя нет, наверное, ножа. Давайте попробуем просто Если приказать. Привлечь внимание Баэти, вот, стой! Тебе нужно убить раба в ее святилище. Я сейчас убью, дай мне нож. Если хочет. Пошла ты нахер. Баэти, так, где у нее тут? А, вот оно. Как ему приказать-то, кстати, я не знаю. Ты где там? Джарга, иди сюда. Ты, конечно, извини меня, но я такая падла. Гаджет прикроет тебе спину. Так, мне от тебя кое-что нужно. Джарга, слушай. Вы перешли в режим приказа. Чтобы отдать приказ спутнику, передвигайте прицел, пока не появится нужный приказ. Затем нажмите А, чтобы спутник выполнил его. Чтобы выйти из режима приказа, нажмите Б. В чем дело? Окей. Так, давай. Будет сделано. Хочешь поверить? Че, все, убить его надо? Квест. У меня есть свои причины. О, да. Но я покровительствую лишь тем, чья воля созвучна моей. Тех, кто мне противостоит, я беспощадно уничтожаю. Ты дура, что ли? Я тебя не страшусь. Возможно, ну что ты? Скоро узнаем. Ну давай узнаем. Слушайте, все вы. Все, слушайте. Услышь меня. Наконец-то ты погромче начала говорить. Боите. Мне подойдет только самый безжалостный, хитрый и коварный. Это я. Вы собирались здесь ночь за ночью, принося на мой алтарь глупцов и бесцельно ссорясь между собой. Но кто из вас воистину превзошел остальных? Я. Так
Докажите мне, что вы достойны. Давай, докажу. Твою мать! Слышь! Теперь попробуй-ка меня найди. А можно приколюху сделать, короче, знаете какую? Вот такую вот, просто приколюху сейчас организуем с вами. Надо всех успокоить, потом порезать. Давай. О, что-то не прокатило. О, я помираю. Тихо, что за херня-то? Это кто это мне так втащил-то? Так, зелье. Подожди, зелье. Крепкое зелье лечения. Нихера себе. Ой-ой-ой-ой-ой! Я не пойму, кто меня же молнией шарахал. Осталось убить остальных. Допустим. Так, чувак. Оп-оп-оп-оп-оп, спокойно. Вот я вам про это, собственно, и говорил. Это же замечательно. Ай, сука. Ну, поверните мне вид от первого лица. Ну, умри ты. Вот не прокачу, надо наручное оружие до конца. Очень херово, короче, оно бьет пока что. Потом-то оно, конечно, будет вырезать с одного раза. Давайте, добивайте друг друга. Она сказала, что ей нужен самый хитрый. Самый хитрый — это я. Стой, чувак. Отлично. Че, я всех убил, нет? Еще тебя надо завалить. Стой, чувачок. Подожди маленько. Ать! Вот и все. Самый хитрый, безжалостный и тварь. Это я. Неплохо. А то. У тебя есть воля, и язык твой способен на ложь. А в бою ты проявляешь ловкость и ярость. Теперь пришло время решающего испытания. Сможешь ли ты забыть про честь и нанести удар из-под тишка? Кому угодно, только скажи. Честь — оправдание труса. Очень точное замечание. Я подыгрываю с ней. Прекрасная и суровая земля. Да? Но здешние люди слишком цепляются за свои нелепые понятия о чести. Мой прежний воин стал недостаточно хорош для меня. Мудак. Пора его заменить. Так, как того требует обычай. Окей. А где найти? Его укрытие находится на хребте острия ножа. Там он разыгрывает из себя короля бандитов и грабителей с большой дороги. Прям как в песне. А, ну окей, не надо больше слов. Убей всех членов его шайки до единого. Сделай это тихо и незаметно. Насколько возможно. Потому что тут дело не в тебе. Ты всего лишь мое орудие. У меня в этих... Убей его, хладнокровнее хладнокровного. Лиши его роскоши защищаться. Когда его хладный труп падет на землю, и все следы его приближенных будут стерты, забери мою эбонитовую кольчугу. Это дар моему истинному воину. Да проложит тебе путь твоя воля. Окей. Короче говоря, мы прям, я не знаю, как-то так четко угадали. У нас с вами, в принципе, сейчас начнется, если мы успеем в этой серии сделать этот квест. Потом начнется гильдия воров. И вот эта моя скрытность, моя вот эта незаметность, она прям в тему. А, хорошо, мать, куда мне топать-то? Ты мне квест дала этот, нет? Хребет какой-то она имела в виду. Хребет. А, вот, зов Боэтии. Тайно перебить. Так, это значит, надо убрать. Подожди. Кстати, мне сказали спасибо. Напомню, что поговорить с Авентусом Аретино — это есть начало гильдии Темного Братства. А, темное братство у нас будет после гильдии воров. Это будет потом. Так, куда... Ой, как далеко-то, мать твою. Ой, как вообще далеко. Нихера себе топать. Смотри. Хребет острие ножа. Получается, крепость треснущий бивень. А, глубина. Нам надо вот отсюда поближе будет. Погнали сюда. Сейчас перебьем, без проблем. Я не знаю, как вам понравится этот билд, но он, в принципе, он побольше живучий, чем маг был. Потому что этого... У того, в принципе, тоже была невидимость, но из невидимости как бы убивать молнии — это не очень хорошо. А вот этим клинком вообще прикольно. Короче говоря, мне нравится. Если мне нравится, должно нравиться вам. Потому что я играю с удовольствием, и мне это больше прикалывает. Потому что реально что-то уже
поднадоело магом играть, прям уже не тянуло даже в Skyrim. А сейчас опять по новой все началось, и опять не могу остановиться. Это все очень весело. Так, нам тут топать далеко? А, нет, все уже появилось. Опачки, это что, без палева? Да и гораздо удобнее на джойстике играть, серьезно вам говорю. Просто прям прикалывает меня. Я что-то после этих всех PlayStation-овских игр не могу уже от джойстика отвыкнуть. Все удобно, это гораздо удобнее. Все кнопки под рукой, все под рукой. Не надо сидеть мышками теребить, на клавиатуре искать какой-нибудь фонарик или что-то. Все рядом, все, вот тебе надо буквально сколько... 6 пальцев, правильно? 6 уже пальцами на джойстике играют. 4 остальных просто тупо его держат. Тихо, тихо. Меня кто-то спрашивал, по-моему, в паблике ВКонтакте, как бить магией с двух рук. Просто надо нажать левую и правую кнопку мышки. Вот вам собственный удар с двух рук магии будет. Так, нам туда, что ли? Бляха-муха, нет, нам не сюда. Ну, конечно, опять очередная гора. Ну, что ты будешь делать? Ну, Skyrim, ну, прекрати, сколько можно-то? Я, кстати, себе еще и крик захерачил на эту, на кнопку. Вот такой вот. Под названием замедление времени. Когда начинается полнейшая паника, когда ничего не помогает, херачишь этот крик и быстренько потихо всех убиваешь. Можно в это время переодеться в молнию и просто молнией задолбить, потому что молнией проще попасть. Точнее, проще убить. Пока что. Так как у меня одноручное оружие, и там всего сколько навык? 20 с чем-то. Это, в принципе, ни о чем. Кстати, ну там что-то прокачалось у нас вроде. Одноручное оружие. Где оно? Что-нибудь можно еще вкачать сюда? Я здесь подумал качать только вот эту херню. Но тут еще далеко до ближайшего прокачивания. Потому что остальные, в принципе, не нужны. Так, чувак, что случилось-то? А, ты сгорел. Кто-то тут какой-то беспредел учудил, судя по всему. Если мы найдем виновата в этом беспределе, мы его, естественно, уничтожим. Хотя мы уничтожим всех кого угодно. Я думал, она пошлет меня уничтожать какого-нибудь мирного гражданина, там что-то типа того. А оказывается, что нет, она мне предлагает убить какого-то бандита. Ну и хер с ним. Кстати, у меня прокачана скрытность настолько, что мне ходьба и бег не влияют на мое обнаружение. И вот так вот, в принципе, под заклинанием невидимости, я вообще полностью невидим, потому что у меня ничего ни на что не влияет. Это на самом деле очень классно. Когда ты кого-то заметил, естественно, сел и начал по стелсу работать. И так, в принципе, можно бегать. Так еще и быстрее получается в прохождении-то. Так, хребет острее ножа. Ну вот, собственно, мы и тут. Давайте посмотрим, кто тут есть. Чуваки, он бьют друг друга. А, чувак тренируется. Ну-ка. Чувачок, спали мне, кто тут есть. Это, кстати, еще очень полезная херня. Она очень хорошо палит, кто здесь есть. То есть можно быстренько вот так вот бафнуть, посмотреть, сколько народу тебя ожидает. Так, ты куда у меня бежишь? Ты туда. Сейчас перебьем всех, и нормально будет. Пойдем сначала за этими. Опачки, и все. Ать! Вы что, чувачки, одумайтесь. Ну прикольно же, я не знаю, мне вот лично нравится такой стиль. Он реально такой говнющий стелс. Все говниши, и они друг друга убивают, и ты красавчик, ты победитель по жизни. Кстати, в этой невидимости, когда тебя никто не видит, заходить можно с любой стороны. Хоть спереди, хоть сзади. Тихо, тихо, чувак. Попробуй-ка меня найди. И что ты будешь делать? Сзади тебе заходить и убивать тебя, прикинь. Чувак, подожди. Твоя жизнь закончится. О, нихера себе. А вы говорите, это не прикольно. Это вообще нормально. А чё успокоились-то все, я не понял. Воюем, товарищи, продолжаем, продолжаем воевать. Ишь ты. Расслабились они, собаки. Я пойду пока полутаю что-нибудь. Игра просто отдельно от меня будет жить. С таким, кстати, классом, с таким персонажем можно вообще всю игру пройти и никого даже не убить. Ну, нет, конечно, не всю игру. Но большую ее часть можно, в принципе, никого не трогать. Можно бафать им гармонию, они друг друга бить не будут. Меня тоже бить не будут. Замечательно. Что за рычаг? Что он активировал? Хер его знает, но что-то он, по-моему, активировал. Эти все воюют. Мак, ты знаешь, что ты моя следующая жертва, нет? Прохождение с таким
персонажам. По-моему, будет в разы быстрее. Потому что мы сами всех не должны уже убивать. Ну что такое сегодня со мной? А мы это... Как его называют? Половина убийств совершается самими теми, кого мы должны были убить. И это очень классно. Ходишь, просто собираешь золотишко себе и все. Так, где остальные-то? Здесь вроде как никого. Да только хочешь, реально, ходи по трупам, лут собирай. Прикольно же. Что, не пойду в эту вонючую тюрягу? Думаешь? Лучше помру. Отмычка. Так, что за доклад? Прочесть. Органианский доклад. Так, ну миссию никакой не дали, значит, брать не буду. Я, кстати, я вообще с прошлой серии просто очень много всего сделал. Я продал все ненужные книжки. Остались только карты и всякая херня, которая, по-моему... Это мне тоже не надо. Остались всякие записки и прочая хрень. Отсюда я тоже все продал. Короче, у меня он вес 66 всего осталось. Я могу теперь собирать просто тоннами все подряд. Прям, серьезно, я посидел, наверное, часа три, я на все это убил, на весь этот крафт брони, на все эти собирания душ в черную звезду, бегал 6 раз на заставу, чтобы убить человека и собрать с него душу. Я очень много времени потратил. Но потом я реально просто еще пару часов побегал, посмотрел, как оно с джойстиком, со всем вот этим, и это реально очень классно. Так, чувачок-то вас здесь сколько? Сейчас прошарим все это дело. Что-то он один, что здесь? Так неинтересно, громила. Раз ты один, тогда умри. Я-то думал, ты мне поможешь другим побороться. Оказывается, что нет. Вот еще что прикольно, реально можно с любой стороны подходить. Я думал, только сзади. Массовый паралич, пускай будет. Что там было? А, говно. Можно подходить к ним с любой стороны, чтобы убить вот так вот незаметно. Это вообще замечательно. Не надо постоянно подстраиваться там к нему, под жопу подходить, еще что-то. Можно просто, короче, взять и вальнуть. О, я же говорю, они воюют только так. Вот по всей крепости это работает. Эй, а ты что не воюешь? Что закипел-то? Ишь ты, падла какая. Так, ничего полезного нет? Опа, полезно. Че, там убили начальника своего, нет? Новичок, а? Я хотел еще сначала тоже прокачать все вот эти вот взломы замков, но подумал, нахер оно надо? Я особо-то этим не работаю. А вот по поводу торгашества это самое то. Ну вы что, там убили друг друга, нет? Нет, пока пойдем, того убьем. Пусть пока дерутся. Чувак, ты что-то заработался. У тебя выходной, по-моему, уже. Ай, ну какая же красота. Трое их? Нихера себе. Ну вы пока воюете, я сундук пока поскрываю, что ли. Тихо. Чего у них тут полезного-то есть, нет? Бегаешь реально отдельно от системы, замечательно же. Золото, сапоги. Все говно. И все, что ли? Какие-то вы, ребятки, небогатые, хочу вам сказать. А чё, успокоились-то? Типа все? Нету никого, чувак, никого нету вообще. Это половина стелс так прокачан. Половина, короче, дает невидимость. Они реально меня не видят прям в упор. О, еще один. Что ты будешь делать? Тут кто-нибудь есть? Нету никого, чувак. Все ушли. А что будет, когда у меня полностью оружие прокачается? Это же вообще беспредел будет какой-то. Так, а найти и надеть эбонитовую кольчугу. Сейчас найдем, наденем. Вот это, что ли? А, эбонитовая кольчуга. Ну, да, возьму. Все? Надеть надо? Нахер она мне нужна? У меня и без этого все нормально. Отличная работа, мой защитник. Я благословляю тебя своим уважением. И что мне это дает? Многие могут заслужить его и выжить.
чтобы рассказать об этом. Я впишу твое имя в таблицу абсолютной тьмы. Нихера себе можешь честь! Можешь оставить себе мою эбонитовую броню в знак признательности. Ее свойства усилят твои таланты. Серьезно? Меня ждет интрига, которой потребуется все мое внимание. Ты можешь идти своей дорогой, куда бы она ни была. Всегда помни, все будет так, как ты того желаешь. Окей. Спасибо! Ой! Не ту кнопку. Спасибо за твою, конечно, эбонитовую кольчугу. Очень полезная херня, но пошла-ка ты вместе с ней. Вот так вот. Данный стайл. Я не устаю вам повторять, я буду вам, как вы эти, знаете, психологические всякие книжки, аудиозаписи, такая херня, где постоянно твердят одно и то же через абзац. Я вам тоже сейчас буду в голову, короче, вот это вставлять и говорить, что ребятки, это классный билд, это хороший класс, он вообще просто рулит, разруливает. После этого вы, в принципе, должны приходить куда-то, куда-либо, кто-то на работу, кто-то в школу, кто-то в институт, и говорить всем, прикинь, короче, Куплинов такой себе классный класс сделал, я просто вообще прям тоже такой хочу. Потому что он реально классный, этот класс, ну серьезно. Надо, ты же мне веришь, да? Само собой. Короче говоря, мы с вами выполнили задание Зова Боэтии. Тихо. Стручок травяной был у этого аптекаря в штанах. Пойдемте делать гильдию воров, в принципе-то. Это раз мы справились с этим, то у нас осталось только... А, у нас никого нового не появилось, подожди. Не-не-не, никакой ждать. Заглянуть под каждый камень, стань популярным членом гильдии воров. Ну вот, собственно, поехали. Попробуем найти все это выполнить. Где-то у нас внизу. Так, загляните под каждый камень. В Рифтоне же, да, он сказал мне поговорить с каким-то чуваком, который знает... Который работает у них могильщиком, если я ничего не путаю. Брат его, у этого, кувалды. И, кстати, по поводу что-то темного братства, что ли, тоже что-то кувалду мне писали. Это кувалда какой-то вообще проныра, все, короче, знает. Все знает кувалда, прикинь. Ни один солдат, не слушай, что болтает мультер лиц в буйной. Я устала от твоей. Окей. Того, что мне рассказывают, это скорее меситель мне, лиц. Приветствую в Рифтоне, владении гильдии. Со скульптором в буйной фляге. Окей, где эта буйная фляга находится? А, это в дополнительном, что ли? С каким нахер скульптором? Мне нужна кувалда. Где кувалда? За что? Во! Ты кто? У нас с тобой никаких дел нет. Слушай, Шадр, мне сейчас не до разговора. Предупреждение. Плати или будет хуже. Меня интересует. Она же по-любому из гильдии воров, надо у ней вымутить. Остальное твои проблемы. Стой! У нас с тобой никаких дел нет. А? Так что провали. Что тебе... Вот. Я кое-кому должен крупную сумму денег, и мне кажется, что меня обманули. Не знаю, что и делать. А кому ты должен? Подожди. Мне удалось договориться с конюшней в Айтране и купить у них уздечек да сёдел. Чтобы оплатить груз, я одолжил денег у Сапфир. Да только груз украли по дороге. Теперь Сапфир требует деньги назад. И если я не заплачу, она может меня убить. Давай помогу. Правда? Вот спасибо. Да пожалуйста, чё. Окей, где Сапфир? Осторожнее с Сапфир. Она где? С темными людишками. Во-во-во, тоже хорошо. Где Сапфир-то? Эй, алло, женщина, ты куда пропала-то? Сюда, что ли, ушла? Ща я ей вжалю за эти, слышь, ты обижаешь бедных афроамериканцев с каримовских. Ты что делаешь-то, мать? Не позорь наш род людской. Не может войти. Во! Слушайте меня. Чего? Возвращение драконов — это не случайность. Это один из знаков. Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег. М? Парень. Да, прикинь, чего ты? Ну, конечно, деньги у тебя есть. Да только нечестным трудом они заработаны. Я чувствую. А твое-то какое дело? Подожди, дружище. А вот тут ты сильно не прав, парень. Богатство — мое дело. Ну-ка, объяснись. Хочешь попробовать? Чего? У меня есть одно дельце, для которого пригодилась бы вторая пара рук. А в моем деле за такие руки хорошо платят. Все очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Модези из сундучка под его прилавком.
Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман Браншею. А нам дай грешить. Кое-кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Я буду на площади весь день, с 8 утра до 8 вечера. Найди меня там, если кишка не тонка, конечно. Ты сейчас просто играешь с огнем, чувак. А интрижки? Я буду на рынке с утра. Интрижки это по мне. Так, слышишь, камень? Я знала, что этот мальчишка попробует как-нибудь выкрутиться. Тут все очень просто. Ой. Я ему денег одолжила, он обещал вернуть, а сейчас говорит, что на мели. Вот и все, в общем-то. Мы с тобой оба знаем, что это подстава, понимаешь, мать? Ладно, ладно. В принципе, я тогда неплохо заработала. К чему терять время, запугивая конюха? Передай Шадру, что он мне ничего не должен. Надеюсь, еще встретимся. Это, кстати, навык красноречия, который я вам показывал, тот же самый про торговцев. Уже появилось убеждение, там можно подкупать купцов, всякую херню. Я, кстати, заткнись. Да заткнитесь вы все, дайте поговорить-то мне нормально. Кстати говоря, видите, как случайно пошел за Сапфира, а в итоге сделал квест по вступлению в гильдию воров. Окей, так, что он сказал, с 8 утра до 8 вечера, сейчас на сколько? Надо 6 часов вперед промотать, да? 6, 7, 7. Давайте подождем 7 часов. Настанет утро, получается, этот мудила будет теряться на рынке. Барыжить там чем-нибудь. А мы в это время должны спереть кольцо одного человека, подложить его другому. И это как-то это, стой. Ладно, парень. Давай приступим. Хорошо. Погоди, пока я их не отвлеку. А потом посмотрим, что ты сумеешь добыть. Окейушки, подожди. Кольцо Мадези. Это надо убрать. Вот. Вот это надо поставить. Слушайте! Вот оно. Слушайте. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Мне всего септима нужен. Один септим. Все, никаких септимов, мать, я краду кольцо. Отлично. Да тут тоже, что ли, сейф? Да сколько можно-то отнести? Вот оно его приныкало. Видать, какое-то важное кольцо-то. Отлично. Кольцо. Ай, вот это же еще спереть. Не, не буду ничего больше спереть. Ну, приняли. Тихо, тихо, тихо. Быстрое сохранение. Вообще на джойстике тоже удобно. Это редкая воз... Так, тебе надо подложить кольцо. Оно в одежде, наверное, у меня будет, да? Да вернись ты. Серебряное кольцо Мадези, вот, отлично. Ой, какой, какой, какой. Его надо подложить этому чуваку. Дать. Так и запутаешься. Так, Мадези, дать. Отлично. Чуваки, я вас всех уделал. Действительно. О, у тебя можно красть? Кажется, ты отлично подходишь для этой работы. Я да. А это тебе плата, как я и обещал. С кем ты разговариваешь, чувак? С учетом того, как у нас идут дела, нужно радоваться, что наш план сработал как надо. Это да. А что такое? Мою организацию преследуют неудачи. Но, наверное, так и должно быть. Конечно. Но все равно, работа сделана, и сделана на отлично. Но можно заработать еще больше. Если, конечно, не побоишься. Нет, конечно. Я справлюсь. Ну, хорошо. Давай-ка проверим. А, давай. Наша группа обретается в крысиной норе под Рифтеном. Есть там кабак, называется «Буйная фляга». Ага. Доберешься туда, и мы посмотрим, из какого ты теста. Из слоеного пал. Слой наглости, слой хитрости, слой убийства и слой невидимости. Надежная крыша. Можно зелье упереть? Да почему они стоят, так спереть-то их нельзя? Кража из кошеля. Нужен ключ? Нихера себе кошель. Прикинь, кошель с ключом. Так, что он сказал-то мне? Найти Брин в буйной фляге. Стать полноправным членом гильдии воров. Так я сейчас и делаю гильдию воров, нет? О чем ты, демон возьми, говоришь? Внизу. Не валяй дурака, выверни карманы, сказано. Сейчас же. О, это разборки. Говорю тебе, у меня нет. Броню. Стойте, я что это за кольцо? Оно не мое. Ты сам сказал, не твое. Ты арестован, брат. Это какой-то бред. Я ничего не крал. В первый раз вижу это кольцо. У нас две возможности.
Либо ты пойдешь со мной в крепость, либо я потащу туда твое бездыханное тело. Выбирай. Но... Хочешь ладно. Жить долго? Зачем рисковать? Да, чувачки, неудачно у вас. Не надо было переходить дорогу этим людям. Так, нам куда-то туда, вон. Как бы спрыгнуть туда? Можно же как-то, правильно? Опа! Хорош. Так, отлично, Бриньёльф. Где ты тут у меня? Во, отлично. Я пришел. Ну это, я так понимаю, гильдия воров же, да? Он же, как же там же, мне было написано, типа, вы там что-то выполнили задание по вступлению в гильдию воров. Пойдемте посмотрим дальше. Так, тихо. Не знаю, драк. Сюда! Тебе не спрятаться от меня. Че, дурачок, что ли, совсем? Вот это внезапность. Чуваки, вам надо повоевать. Чуваки, друг друга. Отлично. Подожди, а я меч-то заряжал, чего у меня разряженный-то какой? Проклятие! Это... Ну! Атака, что ли, не скрытная? Чего не бьет-то? Ну, бейте уже быстрее друг друга, ну! Отличненько. Да ты чё, упал что ли совсем, Как это у меня нет подходящего камня душа? О чем вы говорите? Я же заряжал оружие-то. Или я не заряжал его? Чё-то как-то странно. Оп, тихо. Чувак, подожди. Тихо, надо куда-то вальнуть. Ну давай, невидимость, работай. Замечательно. Ай, какая мне вообще прям угорает вот эта хрень. Подошел, реально, заговнил просто и стоишь, угораешь над ним, над неудачниками. Потом тупо все, что осталось, домесил, и ты кра... Мне туда, да? Мост какой-то. Ну, не знаю. Походу, нам куда-то сюда. Крысиная нора, ну вот тут это одни крысы, да действительно, за них хер пролезешь. Где? Где все-то? Что-то полезненькое у нас. Нет, нихера. Чувачки! Алло! Есть кто живой-то? Я это, опа. А, они меня не работают же на меня. У меня аж все прокачано. Нажимные пластины не срабатывают, когда на них наступают. За них опыт не дают. Опа, я спалился только что. Джиан Кулак? Чувак, ну-ка пойдем проверим твои кулачки-то. Ты извини, конечно, но ничего не получилось. Кулачки твои слабые, запомни. Опа. Опачки. Это, кстати, вообще четкое движение. Ай, не видно же. Перекат. Перекат. Сейчас дверь открою и покажу. Ха! Прям ниндзя такой. Ха, сука! Кто тут? Ха, иди сюда! Так, по-моему, я иду правильно по указателю, да? Чувачок. Босяк. Ой, у меня уровень подняли. Да, кстати, у меня еще была идейка, нищий. Ага, карманные кражи. Этот. Идейка у меня была сделать себе не инвизера говнера, а этого. Говнера двуручника. То есть также, например, по стелсу заходишь, кидаешь это бешенство, все начинают друг друга бить. Ты в это время достаешь двуручник и всех разносишь. Но не получилось, потому что у меня слишком маленький запас сил. В Скайриме как бы официальным путем можно скинуть себе вот перки эти навыков, но нельзя скинуть себе очки вот этого магии. Что-то как громко орешь-то. Магии, здоровья, запасы сил, короче, нельзя себе скинуть. Вот это херово, если честно. Если бы их можно было перераспределить, то мне, в принципе, магия сейчас не нужна, у меня она бесконечная. Сейчас бы все эти 29 кинуть в запас сил, тогда бы можно было бегать с двуручником. А так вот... Два раза махнешь, короче, и вся выносливость ушла. И ты, в принципе, безнадежный человек остаешься. Вот так все грустно. Да что это? Я побегал с двуручником, прям не вопрос, но реально. Что-то немного не прикольнуло меня без выносливости бегать. А качать эту выносливость, это будет очень долго. Это нам сколько уровней надо поднять. Оставь, Бриньёльф. Те деньки закончились.
Говорю тебе, на сей раз все по-другому. Думаю, Бриньёльф тебе расскажет все, что нужно. Он уже рассказал, что ты паникуешь-то. Хоть себя за нос не води. О, могильщик, это друг, это брат этого. Правде в лицо, дружище. Приходи, ты, бей, может, я найду для тебя работу. Заткнись, я слушаю диалог. Вымирающего племени. Времена меняются. Вымирающее племя? А? А это ты тогда как назовешь? Ну и ну. Проблем подальше. Я просто поражен, парень. Я и не думал, что опять тебя увижу. Ну, это вообще... Надежность и отвага. А ты дорогого стоишь. Да. Так, у тебя раз уж столько мы нет. Возбудили твой аппетит нашим славным дельцам на рынке, не поможешь мне разобраться с неплательщиками? Помогу. Они задолжали нам серьезные деньги и решили, что могут не платить. Ай-яй-яй, так не Нужно делают. Нужно объяснить им, какая это ошибка. Это мы сейчас только так. Кирава, Берси Медовые Руки и Хельга. Бабы. Справишься, и я тебя приму в нашу команду. Честно говоря, долг тут дело десятое. Куда важнее донести до всех, что с нами нужно считаться. Одно предупреждение. Никого из них не убивай. Это недопустимо. Ну ладно. Так, да, действительно. Конечно, ты получишь долю. Мы своих не забываем. Вот все. Если нужны подробности о твоих объектах, я буду здесь. Шевелись. Без проблем. Так, а где... А, вон. Хельга — преданная последовательница Дебелы. Она дорожит статуей богини, которая стоит в ночлежке. Пригрози разбить статую, и она сдастся. Окей. Кирава? Кирава упряма, но она нежно любит свою семью. Ага, давим. Поговори с Таллен Джейм в «Пчеле и жале». И вытяни из него что-нибудь. Они хорошо знакомы, если ты меня понимаешь. А, жухается, да? Окей, а это? Этот типчик, пес знает, что о себе воображает. Ага. Ключ к успеху. Уродливая двемерская ваза в его лавке. Разбей ее вдребезги, и он сразу переменится. Без проблем. Спасибо, чувак. Я буду здесь. Окей. Ну вот, собственно, мы и попали практически с вами в этот. Вот так вот мой выглядит человек с татуировками. Попали. Держись от проблем подальше, и проблем не будет. Тебя ни разу капитаном не называли? По-моему, тебя могильщиком-то зря прозвали. Ссылка на плейлист в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки и пишите свои мнения по поводу того, что случилось вдруг с моим персонажем. И всем до встречи в следующем сезоне, где мы пойдем с вами наводить, так сказать, рейдерские захваты, делать наезды и вытворять беспредел. Смотри, как она внимательно смотрит, а? Всем пока. Раньше здесь был мат.